Но не только стихия может стать источником опасности. Анапский нарколог обратился к родителям, которые любят устраивать семейные вечеринки на природе. Это касается и гостей, и жителей курорта. Участились случаи, когда такой отдых взрослых связан с употреблением спиртных напитков. Это может быть очень опасно и для самих родителей, и для их детей, которые остаются фактически без присмотра. Хотел бы, наверное, особо обратиться к отдыхающим, к жителям города, тем, к любителям возлияний на берегу моря, либо еще где-то на природе, которые отдыхают с детьми. Очень часто видно, что компании где-то отдыхают, рядом копошатся дети, причем дети самого разного возраста, там только-только начавшие ходить, и там до 10-15 лет. Компании не обращают, родители перестают обращать на детей внимание. Им просто становится не до этого. Да, конечно, алкоголь перекрыл все остальное. Все остальные интересы куда-то ушли в сторону, в том числе и дети, теряется контроль над детьми. Дети в свое время, и это показывает, к сожалению, очень часто, они просто-напросто убегают от родителей, и куда ребенок побежит, чем он будет заниматься, родители чаще всего уже перестают обращать внимание.